Новости. Длинная неделя закончилась, весна началась. В теплые выходные дни, накинув легкие куртки, ставропольцы проводили масленицу. Центральной площадкой для народных гуляний по традиции стал Парк Победы. Как всегда, горожан и гостей краевой столицы угощали блинами. Однако, вопреки еще одной традиции, популярные ставропольские лопаты в этом году заменили подносами. Гигантским блином теперь угощали в специальных палатках, рядом с которыми оборудовали столики. Очень вкусно! Главное, что бесплатно. Да, мы сами поленились делать, поэтому пришли, чтобы здесь покушать. Блинчики и дома были, блинчики, и здесь ели блинчики, и с джемом, и с медом, вот, с масленицей. Любим этот праздник, это наш, смотрите, какой народ гуляет, это же сила! Масленица 2019 порадовала даже самых искушенных гурманов. Кулинарная новинка праздника – блины на шампурах. Как делать длинные шашлыки? Сначала делаем блины, в первую очередь. Потом мы кладем туда сало, потом мы засыпаем все сыром, и потом мы все это одеваем на шампур и жарим. Вкусно получится? Конечно, это же кавказская натура. Все будет вкусно, все будет на высшем уровне. Очень вкусно. Мы вот пекли простые блинчики, это, конечно, очень отличается. Прям хорошо, что попробовали. Пока готовилась новая партия блинов, гости праздника побывали на других площадках. Посмотрели выступления артистов на главной сцене. Посетили ярмарку рукодельцев. По старому обычаю померились друг с другом силой. Наравне со взрослыми выступали и маленькие чемпионы. Сложно было сюда? Конечно, сложно. Ну, он вообще чемпион, да? По боксу. А ну покажи, как надо. Завершающий штрих прощания с зимой – сжигание чучела масленицы. Чтобы, согласно древней традиции, ушли все невзгоды и пришла теплая, плодородная весна. Тамара Годомская, Никита Чуб, АТВ «Ставрополь».